Строевым шагом юнармейцы несут к мемориалу воинской славы в Одинцове корзину цветов от главы муниципалитета Андрея Иванова. Возложить цветы к вечному огню пришли представители администрации и окружные депутаты. Это место святое, потому что вечный огонь на месте именно захоронения красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. И поэтому это место очень почитаемое всеми, вечный огонь, всегда здесь есть цветы. Памятный митинг приурочен к завершению 7-го этапа военно-патриотической эстафеты «Салют Победе». Но это лишь одно из мероприятий насыщенной программы. В фойе администрации Одинцовского округа разместилась выставка работ Сергея Ларенкова «Смоленск. Связь времен». Рассматривая представленные фотоколлажи, можно одновременно оказаться в прошлом и настоящем. Об экспозиции ветеранам рассказывает куратор выставки Андрей Ткачук. Здесь конкретно на выставке представлен Смоленск в 8 фотоколлажах. В актовом зале торжественная концертная программа «Смоленск. Забыть невозможно». Ее подготовил Одинцовский центр развития культуры. На сцене совсем юные и уже состоявшиеся артисты. Вечная слава героям. Вечная слава. И бессмертные гимны. За последнюю неделю в школах и детских садах Одинцова прошло около 60 лекций, выставок, уроков и встреч с ветеранами, посвященных городу-герою Смоленску. Ребята с интересом участвовали в них. У нас в округе сейчас 80 участников боевых действий Великой Отечественной войны. На территории города их уже 39 осталось всего, хотя на 9 мая было около 50 человек. Для нас, ну как данность уже, она неотвратима, и будет очень сложно новое поколение прививать это именно память о том, что тогда было. Лика учится в Одинцовской лингвистической гимназии. К юнармейскому движению присоединилась лишь в этом году. Но сегодня она уже в почетном карауле. Такие мероприятия, как «Салют Победе», девочка считает очень важными. У меня дедушка ветеран, и очень приятно общаться с такими людьми, которые очень много всего повидали, и очень интересно. Именно на интерес детей к правдивой истории Великой Отечественной войны, ее знаний, сохранении памяти о настоящих героях, а также на помощь и бережное отношение к ветеранам рассчитан проект главы Одинцовского округа «Салют Победе». За 7 лет его проведения ребята узнали о подвигах жителей Курска, Москвы, Ленинграда, Севастополя и других городов. Уже известно, что следующий этап эстафеты посвятят Туле. Такое решение было утверждено на окружном координационном совете по делам ветеранов. Нашими ребятами, нашими взрослыми людьми будет изучаться каждая страница героического подвига. Конечно, мы тоже туда поедем, это совсем рядом. И на автобусах поедем, ребята поедут, родители. Это нужная вещь патриотического воспитания, которая сейчас необходима. В завершение 7-го этапа символы эстафеты памяти – знамя победы, клятва партизана и боевая граната РПГ-40 – были торжественно переданы на хранение в Одинцовский историко-краеведческий музей. Туда же отправилось и созданное ребятами полотно памяти с фотографиями и историями героев Смоленска. Все эти предметы можно будет увидеть в зале битвы за Москву. Наталья Гончарова, Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».